Продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Защититься от коронавирусной инфекции могут все желающие от 18 лет. Для удобства жителей в округе открываются дополнительные прививочные пункты. Один из них заработал в Малаховке. Надоело сидеть дома и бояться за здоровье близких. Так жительница Малаховки Светлана Матвейко объяснила свой приход в пункт вакцинации от COVID-19. Прививка, уверена женщина, вернет жизнь в привычное русло. Хочется помечтать про отпуск, про друзей, про путешествия. Ну, про все, что я люблю. Хочется в кино с внуком. А вот это вот годовалое сидение наше как-то уже надоело. Поэтому прививка кажется просто спасением. За вакциной далеко ездить не пришлось. Стационарный пункт открылся недалеко от дома, в здании территориального управления Малахова-Краскова. Предварительная запись, в отличие от поликлиники, здесь не нужна. Все, что требуется, это паспорт, полис ОМС, НИЛС и отсутствие противопоказаний. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет, беременные и кормящие мамы. Новый пункт вакцинации работает 3 дня в неделю. По вторникам и средам сделать прививку можно с 16 до 21.00, а по субботам с 11 до 15 перед уколом каждого пациента осматривает врач. Мы также делали и в детстве прививки, нам делали, и я думаю, что в этом нет ничего такого страшного. Обычная прививка, ничего более. Вакцинация проходит в 2 этапа. После первого укола должно пройти 3 недели. Каждому, кто сделал прививку, выдают памятку с информацией о возможных побочных действиях и о самом препарате. Эффект от вакцины, безусловно, есть. Гамковидвак опубликованы данные об эффективности 91,6%, что является очень хорошим показателем. Именно эта вакцина у нас сейчас есть в наличии, и об этой вакцине накоплен максимально возможный опыт по ее применению. Мы ей вакцинируем с 25 ноября. На базе люберецких поликлиник открыто 8 пунктов вакцинации от COVID-19. Еще 9 стационарных точек развернуто в торговых центрах и местах массового посещения людей. Ознакомиться с адресами и графиками работы прививочных пунктов можно на сайтах администрации городского округа Люберцы, Люберецкой областной больницы и в соцсетях. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.